Васенька. Слушайте, а у него вообще действительно умный взгляд. Он приходил, я помню, первое время, когда хотел с Барсиком подружиться. А Барсик, он просто нелюдимый, как бы. Вот, и он так на меня смотрел, Васенька, и хвостик. Я думала, что это кошка. Я думала, кошка. Оказывается, это... Вообще ласковый кот. Ну, Василий. Да, почему она обижает эту кошку соседскую? Прям беда какая. Ну, вот женщина сказала мне, что там две кошки, и они не выходят на улицу. Прямо это в лоток ходят. Временно, они да, там? Они с утра гуляют до часа, после часа моют. А, ух ты, даже во как. Ну, потому что она обижает. Ой, Васенька, а что ж ты кошек-то, кошечек обижаешь, а? Васятка. Но люди будут очень рады. И на полном серьезе вам говорю. Если я у... участка, и так, и так. Я говорю, а у меня там дело в том, что под забором, значит, положен вот эта вот доска, и он не может пролезть. Я уберу ее, он может, в общем, пролезать. Васятка. Что такое? Ну, окошко. Где мой Васятка?